Aquí veo 100. Я думаю, что мы попадем в каменный век. Вот все. Если сейчас ребята, наши старшие друзья, не договорятся, то все накроется медным тазом. Все катится к чертям. Других слов нет. Ну, у меня есть $100, которые я не тратил уже где-то 2 года, ожидая, что будет хуже. Но это я вряд ли меня спасет сильно. Все будет гораздо хуже. И не только с экономической точки зрения. Вот.